А можешь чуть-чуть пробежаться? Да, ну просто быстро. Угу, идем, идем. Пошли налево. Ага. Вот, да, на светлую сторону выйти. И опять там налево немножко. О, ступеньки, хорошо. Так, вот там, где облака, хорошо. Хорошо, стой. Я сейчас чуть-чуть. Снимает? Да. Точно? Да. Примерно одинаково в кадре я выгляжу. А? Я в кадре примерно одинаково. Не уходи, не уходи. Я специально поближе буду подходить подальше. Следи за мной. Сейчас мы можем проверить качество звука, которое пишется на наш фотоаппарат Nikon Z50, либо на наш iPhone XR. Даже вороны слышны. А вот подожди, я с кадра убегу, чтобы меня не было. Стой на месте. На лице сфокусировалось? Интересно. А давай мы сейчас и повернемся туда, к трём штыкам. И посмотрим, какое это получается небо, насколько оно красивое. Ну, главное, чтобы я тоже был немножко в кадре. И еще раз проверим качество записи звука. Я подошел примерно на 2 метра. У нас сегодня классная солнечная погодка, несмотря на то, что холодно, и уже осень в самом разгаре. Интересно, я пишу звук качественнее слева или справа? И пойдем не спеша, пройдем вперед. Туда. Просто держи, не шевели. Хорошо, последи за мной чуть-чуть. Я тут типа такой мастерский удар нанесу. Вот. Интересно, как помещение снимает и насколько отличается качество звука на Nikon Z50 и на iPhone XR. Там, где голуби, давай голубей погонем и налево повернем. Да, давай. Быстро-быстро пробегись. Хорошо. Давай спустимся туда по ступенькам. Побежали, я догоню тебя. Хочу проверить, будет ли тряска. Стой.